Ну все, друзья, наконец-то я ее победил. Накрутил сюда заглушку. Сюда заглушку. Ну и вот здесь и получается все сняли. Здесь был кран гнилой. Здесь был кран гнилой. Сейчас покажу, я вот его, получается, пленку всю снял, и он рассыпался. Сейчас будем все убирать и пользоваться дальше. Вот видите, что там было под скотчем. Буквально снял, рукой тронул, и все, он рассыпалось, развалилось. А так бы могло и зимой шарахнуть. Так что не зря разобрал. Так, теперь бы эту трубу убрать. Кстати, она пригодится мне. Я даже не знаю, куда ее использовать. Ты стены рушишь. Ну, а без этого никак. Блин, а я вытяну или нет? Надо вот эту вот штуку убирать. Штукенцию, блин, а ты уже заложил, да, ее? Да я это заложил, ладно, я ее там заварил. Ёк-макарёк, блин. Она выходит. Выходит? Да. Ну-ка, а здесь что? А, она длинная, что ли? Она по стену проходит, да, видишь? Угу. Давай, вытаскивай. Так-то. Чтобы вот эту штуку не убирать. Все. Да, и здесь она вообще даже не вышла, ее так и видно. Стена упиралась. Вот это проблемка. Придется эту штуку убирать. Ну, однозначно я рушить. Хочу ее. Нет, рушить не обязательно. Надо будет ее убирать будет, потому что мне немного планов здесь переделать. Потому что эту доработать хочу сюда сделать, чтобы еще... Ну, емкость с водой была, как в настоящей бане. Потому что когда есть емкость с водой, вот, чтобы в каменку даже подлить немножко. Потому что мыться не для того, чтобы мыться, а для того, чтобы веник запарить, для того, чтобы плеснуть сюда кипятка. Потому что отсюда горячая вода, она, ну, это не кипяток, это не тот пар. Вот. Надо придумать как-нибудь емкость для воды сюда и трубу немножко переделать. Кстати, про что я говорил, потому что вот это для чего мне нужна будет. Я из нее сделаю, скорее всего, пущу ее на трубу. Потому что топка не так уж большая, соответственно, тяги будет достаточно. Ее можно будет сделать в виде колена, и она будет, во-первых, что нагреваться лучше. Но это я покумекаю над этим вопросом, потому что я еще говорю, пока еще не придумал, как это будет выглядеть. И надо определиться, где она будет стоять, потому что здесь она тоже не к силу, не к городу. Потому что здесь, прям слово паразит, да, потому что. Ну, бывает. Надо избавляться от слов паразитов. Вот. Просто в планах еще сделать лежак, чтобы можно было пару подвал. А ты говорил вообще, что в планах у нас здесь баню построить? Да. Сделать? А, да, вроде бы говорил, что здесь будет баня у нас шикарная. Вот. Потому что я говорю, вот в чем понимаю, да, в банях я понимаю. Может быть, я не знаю, в их... в тонкостях строительства, как его там строительство, там строить, вот эта технология, все, в этом, может быть, я не понимаю. Но как париться вообще, что лучше париться, чем париться и... Что лучше парить? Да, каким образом это все производить, поскольку париться, это я люблю и без этого я не смогу. Поэтому я это сделаю, 100% будет шикарная баня, будет классно вся. И в станице Атаманской у нас у одних будет баня. Да, ну, скорее всего, это единственное. Я не знаю, в этих особняках, может, в крутых есть бани, потому что они новые постройки. А вот именно, если взять, пройтись по домам именно вот годов, как вот у нас, мы будем единственные, скорее всего, у кого баня. Угу. Вот. И поэтому без бани мы не сможем. А самое, что важно, что мы, я попробую баню построить без каких-либо, потому что вот у меня родственник, а сколько баню обошлась ему? Много. В 1200, наверное, да, он, если не больше вложил в эту баню. Но она у него красивенькая получилась. Ну, я не спорю, мы можем сделать не лучше, не хуже, точнее, но попробуем сделать минимально по цене. Потому что вот сам он котел, я не знаю, за сколько он взял. Вот. А мы, получается, сделаем из того, что у нас есть. Вот. Нарубим, срубаем. Короче, сделаем
Бань. Пригласим потом попариться вас. Точнее, с камеры пойдем париться. Кто со станицы Таманска, тот приходить. Ну, а кто не со Таманска, будете на камеру. Поешь в термометр, сколько здесь нагревается, все. Ну, это все будет в процессе, поэтому обязательно не пропускайте рекламу. Помогите нам в этом нелегком деле, как говорится. Не пропуская рекламу, ставьте лайки, рассказывайте о нас побольше людям. Вот, делитесь в соцсетях нашими видео, тогда нас узнают много людей. И мы сможем построить баню. Да, и во-первых, всем здесь будет интересно увидеть, как можно из такого, можно сказать, вот в таком состоянии, сделать конкретно хорошую баню. Угу. Вот. Здесь дела много, да? Да, много-много. Ну, не так много, конечно, как с нуля строить. Да и с нуля, знаете, с нуля всегда проще делать, потому что ты изначально знаешь, что, да как и почему, когда у тебя есть материал. А когда у тебя нет материала, когда у тебя нет больших финансов, чтобы вложиться и построить, и ты что-то переделываешь, что-то передоделываешь, что-то додумываешь как-то там, это все всегда сложнее. Поэтому я надеюсь, вы нам в этом плане поможете. Поможете, я говорю, еще раз объяснил тем, что вы расскажете о нас своим знакомым, близким, поделитесь нашими видео в различных соцсетях своих, где вы там сидите. Вот. Не будете пропускать рекламу, это что самое важное. Вот. И тогда мы сможем все это сделать вместе. Будем убирать. Так, будем убирать. Котел наш. Блин, сюда бы вообще, по идее, вот в каменку лучше класть речных камней. Это вот обычные, как бы, а речные камни, они обточенные. Вот, они такую форму имеют. Потому что это вот обычные, они маленькие, они, во-первых, нагреваются быстро, в этот момент они не остывают быстро. А когда речные камни, они чуть больше вот этих размеров, они, во-первых, нагреваются дольше. Вот. Ну и как, опять же, камни, каждый камень, он вроде бы вот на него смотрим, камень, он и бах, и камень. Угу. А речные камни, вот каждый камень, он имеет свои характеристики, свои свойства. И вот именно речной камень почему-то, я не знаю, вот с точки зрения химии, природоведения, может по-другому там, но состав камня речного, он отличается. И вот он почему-то делает лучше тепло. Еще такие искусственные камни добавляют, делают. Вот видите, вот он, получается, нагрелся на него, раз воды полил, и вот многие камни, они трескаются, лопаются. Речные камни такого не происходит. Но у нас здесь, поскольку горных рек нету, поэтому камни со двора. Сейчас буду пробовать. Мне кажется, я здесь наварил так неплохо. Сейчас при помощи зубила, может, болгарками, болгарку боюсь в последнее время, раскрою, попробую, вытащу трубу, отодвину все. Хотя, в принципе, теоретически можно и так вытащить. Длинная, оказывается, со стороны. Так. Так. Но с той стороны она еще торчит, Руша. А, у нее там чуть-чуть осталось. А может как-то отпилить, нет? Не, зачем?
Экономить надо. Тяжелая? Нелегкая. Нелегкая? Угу. И куда я ушла? Осталось. Ох, летит, колотить. Так. Это надо, да, чтобы не упало, то собаки растащит. Это и нужная вещь потом будет. Так. Бани не будет больше. Будет. Если я к вам приеду, захочу погреться. Приезжай зимой, мы такую баню отбабахнем. А, серьезно? Мы же и делаем, чтобы баню все сделать. Так, это сейчас туда уберу, пока да. Сарай. Так. Труба слишком длинная, да? Заварил на свою голову, называется. Так. Ну, в принципе, я буду это отрезать, потому что так я не вытащу ее. Патрик с той стороны посмотрел, потому что я смотрю, здесь вот видно, он стоит, наблюдает за трубой. Помощник, а? Патриот. Типа проверю, что с этой стороны, да? И скажу, что делаете, да, без меня. Проверяющий. Патриот, патриот. Ну, давай, канай отсюда. Пошли. Пошли, пошли. Хорош. Попался на месте преступления. Рушан, ты видел это? Вот кого, значит, бить надо, да? Не надо. Какой следующий этап у тебя? Следующий этап у меня ванна. Вот. Но ванну я дождусь помощи. Сейчас сначала сделаю турник. Какой помощи? Я сейчас турник повешу, ты подтягиваешься немножко, это. Подкачаешься. Вот. Ну, что? На самом деле следующий этап какой? Встань сюда. Вот это все нужно убрать отсюда и перенести на ту сторону. Потому что, мне кажется, это неудобно, когда заходишь и бам, ты дверь открываешь. Да и в бане, мне кажется, никакие выключатели не должны. Не ставятся выключатели в бане. И второе, это надо дверь вот эту снять и перевесить ее на ту сторону. Из бани дверь должна открываться в ту сторону. Потому что везде. Да, потому что безопасности. Да, тебе стало плохо. Человек, допустим, раз, пока он сюда открыл, это не было, а так, или, допустим, даже элементарно человеку плохо стало, он упал вот здесь возле двери, как часто это бывает, человек падает возле двери, и потом его вроде бы хотят спасти, дверь начинает открывать, а не зайти, потому что здесь тело лежит, понимаешь? А вообще, мне элементарно, ты плохо, ты дверь вот так, бам, толкнул и туда вышел, поэтому я дверь
Допустим, мне в бане плохо всегда. Я всегда сижу на полу, мне это как-то не есть. А вот Рушан, он любит баню. Я могу и 90 градусов выдержать. Нет. Вспомни, да, постоянно в бане? Ты не любил, да, со мной ходить? Ну что? Да, потому что все, потом бах, только это... Сейчас погрею, потом открою дверь, я помоюсь, дверь открылась, все, помыла, все. Ну ладно, все, я пошла. И сиди, ждешь, пока она заново нагреет. Зай! Это обалденная шаурма получилась. Я вот что думаю. Я вот не видел в Павловской, чтобы где-то продавали шаурму. Давай бизнес откроем. Нет, продается, скорее всего. Я не видел. Мне кажется, были на станции, там не продается. Поставим палатку, назовем... Диана и Рушан? Да. Шаурма от Дианы и Рушана. Вот будет вообще. Я буду стряпать, ты будешь продавать, да? Угу. А салфеточки раздавать? Да. Ну, реально вкусно. Если сравнить, допустим... Хотя я уже не помню, когда я последний шаурму ел. Давно было. Но реально вкусно. А я, кстати, только половинку скушала. Что-то мне не полезло. Слишком много. Ты всегда мало кушаешь. Да ладно, ну не прям всегда. Ну как бы. Ты же вот маленький. Иногда бывает, ты так навернешь, что потом заходишь сначала пузо заходит, потом ты... Ну, это бывает крайне редко, праздники такие. Как говорится, день кишкобудия. Ну ничего, мы его тебе растянем потихоньку. Сейчас скоро свиней заведем. Он шутит, мы свиней не будем заводить. Да, ты в колодь будет. Я не умею. И потом, когда я присутствовал при этом, когда свинью обделывают, разделывают ее, делают, когда опаливают ее, там такой запах стоит. Не, спасибо. Это не мое. Поесть, да. Свининку там, шашлычок из свинины. Это нормально. А вот именно участвовать в этом разделывании я не хочу. Лучше в магазине купить. Привет. Кукупузи у нас Нэнси спит. Да надо же такую позу придумать. Она ее не придумала, сама там получу. Сейчас покажу. Спит, вот ключики. Даже котенок в шоке. Девчонки? А, пофиг, спит. Девчонки. Ой, какой молодость. Ой, какой щеночки, какой молодость. Девчонка, целопочка. Ой, эти глазки прям как у папки у твоего, да, у твоего папки такие глазки были в кучку. Ты такая сладкая девочка. А ты деляденьки. Я буду по вам скучать, ты со мной поедешь? Если можно, маму забрала об обоих. Ты что, все то, что ли, мать, вымоталась? Еще бы с такими... Не пощадили, не вымотались, она их тут гоняла весь вечер, воспитывала их. Настя, мы будем ложиться спать. Не вздумайте. Время у нас уже 1:00 ночи, так что всем спокойной ночи.